А теперь о важнейшем для нашего региона инфраструктурном проекте. В Тверской области продолжается дегазификация домовладений. По данным «Газпром» газораспределения Тверь, на конец июня от жителей поступило более 11 тысяч заявок на дегазификацию. Принято в работу 8,5 тысяч, заключено порядка 7,5 тысяч договоров с собственниками домовладений. О том, как подать заявку на подведение голубого топлива, расскажем в следующем сюжете. Сейчас компании «Газпром», «Газораспределение Тверь» активные работы по дегазификации домовладений ведутся в Бежецком, Торжокском, Ржевском и Калининском муниципальных образованиях. Планируется, что к началу отопительного сезона будет проложено около 240 километров газовых сетей. Это означает, что уже в этом году тысячи жителей Верхневолжья смогут отапливаться зимой с помощью природного газа, а не заготавливать дрова. В некоторых муниципальных образованиях дегазификация закончится прямо совсем в ближайшее время. Это связано с тем, что высокий уровень дегазификации в этих районах, ну и были очень хорошие темпы. Это у нас Кашинский муниципальное образование и Бежецк, соответственно. Дегазификация – это строительство газопровода до границ земельного участка, на котором находится дом. Подведение газа проводится в населенных пунктах, где уже имеются внутрипоселковые сети. От границ участка к дому по территории домовладения прокладка трубы выполняется за счет потребителя. Сейчас в Тверской области сформированы планы графики бесплатного подведения газа до границ участков в населенных пунктах. Мы готовимся очередной раз корректировать график, уточнять объем поступающих договоров, заключенных именно для того, чтобы в полной мере все желающие подключиться к газовым сетям в рамках дегазификации именно в газифицированных населенных пунктах были исполнены. Для участия в дегазификации необходимо подать заявку, которая принимается в АО «Газпром» газораспределение Тверь по месту жительства или через личный кабинет, а также через портал госуслуги единого оператора газификации или в МФЦ.